Всем привет, с вами Кононова Анна и проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео мы с вами посчитаем подарочки, которые я забрала за счет программы Фаберлик Клуб. Дело в том, что у меня было накоплено 1800 с чем-то бонусов по программе Фаберлик Клуб. Да, вот такая вот накопительная программа, где можно выбирать подарки ровно за 0 рублей. Эта программа доступна абсолютно для всех зарегистрированных. Подарки можно забирать от 5 бонусов. Вот, у меня их было 1912, как вы видите, потратила я 1905 бонусов. Сама программа, если мы с вами загрузимся в правила программы, отнеситесь к этому, пожалуйста, очень внимательно, потому что в магазине такого нет. Когда вы регистрируетесь в компанию Фаберлик, вы получаете скидку 20% на первый заказ. И если первый заказ вы сделаете на 50 баллов, в следующий каталог у вас пойдет скидка на все, кроме одежды, 26%. Плюс вы можете забрать, получается, если подарки от 5 бонусов, то от 10 подарков. То есть 26%. Плюс 10 подарков, это очень круто. Поэтому сейчас отнеситесь к данному предложению, к данному видео очень внимательно. Почему? Потому что это выгоднее, чем в магазине в несколько сотен раз. И это на самом деле круто. Почему выгодно? Потому что компания Фаберлик собственный производитель, собственной продукции. У Фаберлик есть несколько своих фабрик, которые выпускают продукцию и доставляют их на пункты выдачи практически по себестоимости. И получается, что если вы регистрируетесь, то вы получаете и продукт высокого качества, так как это идет от производителя, да, и плюс вы получаете скидки и подарки плюс к этому. Вот, и вот такая вот программа Фаберлик Клуб, как вы видите, она действует на Украине, в Казахстане, в Узбекистане, в общем, по всем странам, с которыми на сейчас сотрудничает Фаберлик. А Фаберлик вот сейчас, да, как вы видите, Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Великобритания, Германия, Грузия, Ирландия, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Марокко, Молдова, Монголия, Польша, Россия и вот как бы Таджикистан, как вы видите, тут есть Узбекистан и все, Эстония, да, то есть вот эти все страны, где можно открывать договор с компанией и получать деньги на расчетный счет банки при создании товарооборота. Вот, и самое, что ни на есть крутое, это то, что вот есть такая вот данная программа. Итак, давайте мы с вами зайдем в карточку заказа. Как вы видите, я получаю в городе Кирове свой заказ, да, в ТЦ. Вот тут есть и номер телефона, и график, и дата ближайшей доставки, то есть все стоит очень удобно. Я туда езжу. Вот, дата предполагаемой моей доставки 31 числа. Так вот, что же я получу 31 числа? Итак, смотрим с вами. Один каталог мне вложили за 20 рублей. Вот, и далее смотрим. Очищающая маска для лица, кислородный баланс. Я ее заказала по программе VIP. Я делаю 100 баллов личного оборота, вот как вы видите, за 120 рублей. На самом деле маска стоит реально дорого. Далее, значит, я заказала ежедневник. Это тоже по программе VIP. Все знают, кто покупает такие ежедневники, что он стоит по 500 рублей. Но это не столь суть важно. Давайте же с вами пойдем все-таки именно по подаркам. И давайте с вами считать. 5 масочек я заказала, да, то есть вот это вот идет количество, и вот последний столбик это количество. Цена у нас с вами идет, вот моя цена, да, то есть вот, а это баллы, да, то есть нам дается 0 баллов, но это уже не столь суть важно, за подарки баллы не дают. Значит, смотрим, мы с вами заказали 5 масок, потом, значит, 10 масок, 15 масок, 20 масок, это все чистая правда, а потом, значит, заказали, это уже получается 20 подарков, 22, 23, 24,
26, 2 бальзама, да, 27, потом мы заказали 5 чаев, да, то есть 27 до 5, до 5, вот еще универсальный жидкий спрей, да, пятновыводитель, это уже 37, да, подарков вместе считаем, 38, 39, экспресс-кондиционер для волос, так, 40-41, потом мы заказали шампунь 2 в 1 для любого типа волос, тут идет и кондиционер, и шампунь, это уже получается 46 плюс 5 у нас с вами еще, так, боюсь, уже боюсь сбиться, да, то есть получается 46 плюс 5 это 51, а далее 52, 53, 54, кстати, очень хорошая вещь, 54, 5 средств для мытья стекол и зеркал, это 59, 60, 61 для ванны, 62, 63, так, 66, 66 и... так, далее получается 67, я уже начала забывать, и 68. Все артикулы вы видите, и вы можете сравнить, на какую сумму вот эти вот 68 подарков мне достались. Я просто копила эти бонусы, я их не тратила, хотела взять полотенце, но накупила других полотенец компании Faberlic. И вот, в принципе, сам заказ. Сам заказ я взяла, кстати, вот почему-то не было в программе Faberlic Club геля очищающий для туалета, вот вы знаете, и это все чистая правда, и это нужно сейчас понимать, что вот эти действительно подарочки, они приходят за рубль, а тут, как вы видите, размер 52, это мы решили одеть свекра, свекра мы берем с собой в Турцию вместе со свекровью, да, и потом мы еще едем в Сочи вместе с ними же, да, то есть на ассамблею. Вот, и как бы взяли летнюю одежду, потому что летнего у него как-то вот маловато. И дочки взяли вот маечки, трусики и так далее, да, все новенькое с собой, хорошенькое. Да, также взяли вот босоножки. Ну, это уже все, я думаю, вы видели качество, оно хорошее, классное, и мы очень довольны. В автозаказ, правда, много что упало. Кстати, вот эти кеды, они просто бесподобные. Взяли 38 размер, вот посмотрите артикул, обязательно их вбейте, ставьте видео на паузу. Вот, 68 подарков, это, конечно, круто. Самое главное, что это чистая правда. Ну, давайте с вами, конечно, хотя бы возьмем, сколько же стоит маска. Посмотрим, да, цену маски, да, то есть 21 рубль. Мы взяли 20 масочек. Да, то есть, так, минуточку, 21, да, мы умножаем с вами на 20, у нас получается на 420 рублей подарков мы уже получили. Это только маски, да. Далее давайте с вами посмотрим бальзам. Бальзам, сколько стоит бальзам, да, сколько стоит для геля для умывания, да, вот таким вот образом можно смотреть, на какую сумму, так, не хочет бальзам. Тоник хочет, бальзам тоже не хочет, да, значит, тоник 59, гель для умывания 59 рублей, да, то есть все бесплатно досталось, почему-то бальзам вот не хочет, ну, бывает у него иногда такое, да, значит, взяли чаи в подарок, да, чай зеленый 111 рублей, он нам достался за 0 рублей. Чай черный тоже 111 рублей, я взяла 5 штук, да, как вы понимаете, ну, круто, круто, уже более чем на 1000 подарков, да. Универсальный спрей, жидкий пятновыводитель, мы тоже взяли немало, он стоит 118 рублей, мы его взяли 5 штучек. Вот, далее мицеллярная вода, но тут не особо важно, 2 штучки всего лишь, но все равно, смотрите, сотенку достоит она, скорее всего, да, 147 рублей, а 2 штучки мы взяли, да, то есть это просто невероятно крутая внутренняя акция, о которой вы должны знать. Все, а так, ну, бывает такое, да, что тормозит, сайт подвисает, бывает, что вот, ну, много вкладок, может быть, открыла.
прежде чем идти в магазин, вы должны знать, да, 103 рубля, 5 штук за 103 рубля я вот купила за 0 рублей, да, то есть и это все действительно мне придет. Вот это, конечно, очень-очень радует. Так, давайте посмотрим. Так, видите, иногда скидывается. Вот 110 рублей концентрированные средства, 103 рубля кондиционер. Кондиционеров я взяла, как вы видите, 5 штук, средства 2 штуки. Пилинг почему-то не грузится, средства для мытья и стекол. Да, таким вот образом я сэкономила сейчас несколько тысяч. Взяла, так... капризничает, да, взяла очень много чего бесплатно, 147 рублей, 110 рублей, как видите, да, 5 штук за 110 рублей, ну, уже тысячи, да, мы экономим с вами тысячи. Маска скульптор, интересно, прогрузится, потому что она стоит 444 рубля, я ее вот как раз-таки сегодня пыталась взять, а потом думаю, зачем я ее беру за деньги, это в подарок, да, моей маме, зачем я беру за деньги, если я могу взять в подарок, да, то есть не стала покупать, да, кислородный пятновыводитель, почему-то кидает на старую версию сайта, но я думаю, ничего страшного, да, 207 рублей, то есть 400 рублей экономии в дом. Даже не 400, а 600 с лишним, да, вот, потому что 3 штучки взяли. Вот такая вот акция, я, честно скажу, бонусы копила. Каждый период можно накапливать только 150 бонусов, если вы сделаете 150 баллов, да, вот посмотрите цены. И тут самое важное в этой программе делать заказы ежекаталожно. То есть, если вы каждый каталог, допустим, делаете заказы хотя бы на 10 баллов, то вы уже можете забирать, к примеру, вот бальзам себе в подарок, да, на следующий каталог, или две маски для лица, да, то есть они по 5 бонусов идут, или мыло, да, то есть оно идет 10 бонусов, то есть вот такая вот акция. Акция действительно крутая, действительно стоящая, и действительно вы не пожалеете, если вот вы еще не зарегистрированы и будете просто как покупатель, вы нисколько не пожалеете, потому что действительно и качество, и подарки. Ну, как сказать, русская душа, щедрая душа. Faberlic — это, конечно, российская компания, российская крутая компания. И 68 подарков. Когда я буду снимать обзор, я, конечно же, про них расскажу. Как вы знаете, на моем YouTube-канале очень много обзоров. И в конце видео вы также можете пройти в мои группы, подписаться на мой Инстаграм, там поболее информации будет. Да, ну там она другая, не такая, как тут. Вот, ну что ж, всем желаю удачи, везения, и знайте, что если вы променяете свой магазин под боком на интернет-магазин Faberlic, то вы просто будете в огромном восторге, потому что на самом деле таких акций в магазинах вы никогда не найдете. А где-то бы вы видели, чтобы вы подошли, допустим, да, купили там на 5000 рублей, а вам за это дали бы, допустим, 10 подарков. Да, ну не бывает такого. Ну что ж, всем пока-пока, до встречи с вами в новых полезных и выгодных предложений. И это действительно на руку вам. А вам я это рассказываю только потому, что я зарабатываю из товарооборота своей структуры. И получается, что и вам выгодно будет, и мне выгодно будет. Вот поэтому данное видео и выпущено сейчас в оборот. Поэтому моя накладная сейчас перед вами на заказ. Ну все, теперь точно пока.